Дорогие друзья, то, пожалуй, вот с экрана, вот с этого экрана, кино под кавказским небом, то, возможно, можно, Яна Поплавская. Можете встать и громко-громко ей поаплодировать. В Африке реки вот такой ширины. Это край мне и чужой. И зеленый попугай. Рядом у вас находится город Черкесск. И когда-то только-только. Родственники, и папы, и мама. И прадедушки, и бабушки. Встречу я кого-нибудь. Потому кого я встречу. Да звери-звери-звери. Я приезжаю туда к своей бабушке. Буду здрасте говорить. Получается, да, я ваша. Здравствуйте, и вот такой ширины. Знаете, чему я очень рада? Я рада тому, что мой зритель ходила бегемоты, обезьянки животы, и зеленый попугай. Росли действительно в полном смысле этого слова. И зеленый попугай. И зеленый попугай. Если ты такой пугливый, сиди дома не гуляй. Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, а за горы-горы-горы, если долго по тропинке, буйраки-реки-раки, дома тихо тебе, руки-ноги береги. Ну, наверное, то, конечно, чем тебе мой вот такой ширины. Поэтому вам нужно мне скорее помочь. Чем тебе мой вот такой ширины. Назад я хорошо помню. Ходила бегемоты, обезьянки-животы. В Африке горы вот такой высоты. И зеленые попугай. Обезьяны кашалоты. И зеленый попугай. Яна Поплавская. И давайте провожать ее громкими аплодисментами и стоя. Громче, 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 громче. Еще, еще, еще. Если долго по дорожке. То потихо тебе жать, то, пожалуй, только вечно. То, наверное, верно. То, возможно, можно. Можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины. Пожалуйста. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты. Обезьяны, кашалоты. И зеленый попугай. И зеленый попугай. И как только-только-только. И как только на дорожке. И как только на тропинке. Встречу я кого-нибудь. То тому, кого я встречу. Даже верю. Не забуду, буду. Буду здрасте говорить. Здравствуйте, реки вот такой ширины. Здравствуйте, горы вот такой вышины. Ходила бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай. И зеленый попугай. Ну, конечно, если ты такой ленивый.